Зацените. Чик. Чпоинг. Опа. На первой странице есть контакт. Полетели. Здесь тоже. Чик. Три. Четвертый на первой странице. Кайфушки. Всем здрасте! Давно не виделись. Ревзики, в общем, ищу компетентного человека по вопросам 3D-печати на принтерах пластиком. Компетентного – это значит человека, которому не нужно объяснять, что если деталь за один раз не помещается в его принтер, что он может это сделать там частями из трех там деталюшек, да, напечатать. В общем, нужен здравый, адекватный человек, который может решить проблему печати решетки радиатора на наш комплект Mirum Body Kits. В общем, ребятки, напишите, пожалуйста, у кого есть дружбанчик, либо кто сам шарит, шпрехает и может это осуществить. Все, на связи. В общем, урвал я здесь девайсик один. Чик. Ходил вот с таким дикообразом. Он уже начал уставать. Сейчас будем ходить вот с такой приблудой. Урвал за кэс. Чтоб это не было рекламой. Кто курит эту дрянь, можете написать, спросить у меня, где взять. Я вам скажу. Короче, взял за касик. Чпоинг. Зацените. Будем пробовать, насколько его хватит. Типа вот этой дряни хватает на пару пачек. Сейчас этот проверим. Чик, чик. Представляете, думал, здесь за 1000 рублей вообще ничего не будет. А здесь еще, зацените, все зарядки, еще и палочки. Не знаю, нафига они только, разве что в ушах ковыряться. Смысл, в принципе, тот же самый. Блин, ну могли бы и зарядить. Только здесь ничего вверх поднимать не надо. А, кстати, она все равно убирается. Ну-ка. А, ну все понятно. Здесь сейчас круглая, круглый нагревательный элемент, поэтому стик просто прокручиваете и выкидываете. Thank you.